Здравствуйте, это программа проекта «Неизведанная планета Человек», и я эту программу записываю в естественных условиях ночи, вечера, сейчас 8 часов, но время сдвинули уже, у нас уже весеннее время в Лос-Анджелесе, поэтому тьма за моим балконом, и я пользуюсь случаем под сигару. Привет, Милан, привет, мой друг, мой учитель, который подарил мне это блаженство курения сигары. Под сигару я попробую пофилософствовать. Я попытался в попыхах рассказать кое-что поделиться, но похоже, я еще не созрел до такой степени, чтобы меня мог понятно сформулировать мысль. Поэтому я хочу, что это у меня Поэтому я хочу попробовать пофилософствовать вот в абсолютном уединенном пространстве на фоне неба. Возможно, мне удастся зафиксировать. И сейчас не так важно, кто поймет, кто не поймет. Это для меня сейчас абсолютно не важно. Я попытаюсь сейчас самому себе сформулировать некоторые мысли, которые у меня возникли вот буквально 2 часа назад. Я мчался по фривею, и вдруг я поймался на мысли, что в предыдущей программе, где я говорил о монохромной цветности, я там высказал одно очень интересное явление. Описывая мастеров, я говорил о том, что они все черпают, ну, гениальные, естественно, мастера, я имею в виду, не простых любителей, которые рисуют, там, музицируют, а гениальных людей. Вот у меня такое ощущение, что они черпали свой потенциал, черпали свое вдохновение не из сиюминутности, а из ментального плана, который включал всех и все абсолютно. Поэтому сегодня, слушая
музыку, написанную в 17-16 веках, она для тебя как современна. И даже ловлю себя на мысль, что некоторые композиторы, которые пишут сегодня или писали вчера, мне непонятно, они не слушаются. Они для меня как афоничны. Я меньше всего сейчас пытаюсь забирать хлеб у искусствоведов. Нет. Моя задача сформулировать некоторые свои собственные открытия. Рождаясь на планете, человек воплощается в каком-то статусе взаимоотношения с существованием. Я говорю в каком-то статусе, потому что по мере разделения на уровне сознания каждый воплощается в той сфере и в той парафии, которая от него востребована именно в данном воплощении. И если учесть, что ментальный план вокруг Земли один и тот же, то каждый человек, который пытается осмыслить реальность, он ее осмысливает за всех. Нет возможности утаить свои знания, потому что точно так же, как у чаек, я как-то заметил, что вот одна чайка, я даже говорил об этом, прилетает, когда ты начинаешь кормить ее, и она не заинтересована в том, что все остальные прилетели, чайки, потому что ей достанется меньше. Но не проходит минуты. Как они сообщают эту информацию, я не знаю. Но не проходит минуты, чтобы мне налетело много чаек, которых до этого не было. Вот точно так же человек, он, вероятно, черпает, невероятно, я уверен в этом, он черпает энергию своего вдохновения из вот этого общего ментала. Но если это так, и если учесть, что все в мире подчиняется законам гармонии, все абсолютно, галактики, планеты, солнечные системы, естественно, животный мир, растительный мир, человек, все подчиняется законам гармонии, то развитие заключается в том, что один уровень гармонии через провокацию, разрешение выходит на другой уровень гармонии. Я как-то ссылался уже на Бетховена, который сказал, что музыка – это величайшее откровение. Я долго не понимал, расспрашивал музыкантов, но мне никто объяснить не мог, почему. Эмоционально могли, но меня интересовала суть. Энергетическая суть. Так вот, для меня сейчас абсолютно понятно, что музыка, подчиняясь практически законам гармонии, отталкиваясь от тоники предыдущего этапа, переходя к субдоминанте, доминанте и выходя опять на тонику нового качества, она практически описывает законы, по которым построено все в существовании. Что является тоникой? Исходное пространство сознания. Что является субдоминантой? Провокация. Провокация, которая, естественно, приходит в процессе общежития, в процессе обживания реальности. Это может быть все, что угодно. Дальше, следующее. Утверждение нового потенциала, нового инструментария. Для чего? Для того, чтобы выйти на новое качество гармонии. Новое качество гармонии. Это развитие таким образом происходит. Но для меня это понятно. Но вот что для меня непонятно, или вернее, что стало для меня откровением, для меня самого, это то, что прошлого не существует. То, что настоящего не существует. А все управляется только будущим. Я сам понимаю, насколько звучит это странно, потому что я сам долгое время утверждал, что прошлого, ладно, с ним понятно, оно расформировывается, а вот настоящее – это все то, что является связкой. Настоящее – это иллюзия.
по моему глубокому убеждению, настоящее – это иллюзия. А вот будущее, то есть вот то качество гармонии, которого добивается существование от всего и вся, вот это реальность. То есть будущее, оно вытаскивает из вот этого времени, которое мы проживаем, самое себя. И поэтому я говорил об этом много раз, а сейчас могу это абсолютно утверждать, что человек не совершает ошибок. На каком уровне он находится, на том уровне у него и компетенция. Но ошибок он не совершает, потому что им управляют по законам гармонии. Им – это он сам. Понимаю, что звучит путано. Но я предупредил, что эту программу я записываю не для вас. Я программу записываю для самого себя. Если кто-то в этом ощутить что-то провокационное для себя, ну и слава Богу. Но мне важно очень это проговорить, потому что в дальнейшем, если я это проговорю сегодня, в дальнейшем это начнет развиваться в стихах, в репликах, может быть, в романе новом, который где-то вот крутится, просится, но еще не сформировался как явная провокация. Провокация на достижение нового качества гармонии. Так вот, Симонов, получается, что человек живет на планете всегда в идеальном, абсолютном состоянии. А как же кто-то скажет? Да и я сам себе скажу. Ну вот, есть же какие-то процессы в прошлом, где там ты мог сделать что-то лучше? Нет, не мог. Если бы мог, сделал. Это интереснейший момент, Симонов. Это интереснейший момент. И он является как бы, ну, совершенно дико несформированным, если бы. Несколько ранее я не говорил о том, что у человека есть несколько этапов развития. Есть этап, когда он управляется эго, то есть это подсознание управляет гармонией через эго, через физиологическую потребность, продолжение рода, развитие, то есть реализация того заложенного потенциала, который с рождения в каждом. Есть второй этап, этап самости. Когда в проживании эго сформированы какие-то провокационные моменты, да даже делание карьеры – это провокация, тоже рождение детей – это провокация, обретение в этом гармонии – вот в чем провокация. И тоже твое первое философское какие-то, вот ты упираешься в стену и не понимаешь, как оно и почему так. Это все формирует, если считать, что рождение – это как тоника, через музыкальное определение, то вот эго заканчивается созданием провокации. То есть возникает субдоминанта. И доминанта, она, вероятно, развивается на уровне вот востребованности продолжения. И тогда в этом случае начинаешь искать, по крайней мере, у меня так было, начинаешь искать какую-то философию, натыкаешься на какие-то знания, читаешь какие-то книги. Вступаешь в новое противоречие, более тонкого плана, более глубинного. И в конечном итоге выходишь на третий этап развития, третий, основной этап развития. Как через то, так нам двигатели внутреннего сгорания, есть подотрительный этап и есть один рабочий. Так вот, основной этап рабочий, это этап, когда ты осознаешь ответственность за гармонию, осознаешь ответственность за новую тональность. И наступает новое качество провокации, новое качество субдоминанты, новое качество доминанты и тоника. Вероятно, тоника здесь уже растворение в пространстве. Выход вот из этих тисков тела, я так думаю. Так вот, на этапе эго, на этапе самости и на этапе, назовем это, гармонии, человек не может совершать ошибок, потому что он решает определенные задачи существования.
Существа не настолько наивны, чтобы тратить силы на рождение, на сопровождение, на то, чтобы через подсознание давать ориентиры гармонии, чтобы сполна и полностью, чтобы полностью, тотально не использовать это для своего собственного развития. Поэтому я абсолютно убежден, что человек пребывает на планете, все время реализуя будущее, каждое мгновение. Я уверен абсолютно, что развитие человека по мере роста сознания связано с реализацией законов гармонии. И уверен абсолютно, что они на каждом этапе, на этапе эго, на этапе самости, на этапе гармонии, они по-разному провоцируют человека. И я уверен абсолютно, что человек не совершает ошибок. Никогда. Невозможно, чтобы он совершил ошибку. Потому что он всегда реализуется, закон, и развивается законами гармонии. Законами, которые направляют человека в будущее. Сегодня, вчера и завтра. В будущее. Будущее – это не завтра. Тут надо уточнить. Будущее – это не завтра. Будущее – это качество гармонии определенного уровня, которого добивается существование. Одинаково определяет требования к Млечным путям, к галактикам, солнечным системам, к животному миру, растительному миру и человеку. Куда же от него деться, человек, когда он на планете главный синтезатор реализации этих законов гармонии? Вот ты, Симонов, себе рассказал что-то. Сам-то понимаешь? Ну, я бы, наверное, был наивен, если бы сказал, что понимаю. Но то, что принимаю, это абсолютно. То, что это все подлежит еще осознать и описать другим инструментарием, теми же стихами, в реакции на мир, теми же отношениями, в реакции на мир, теми же своими прозрениями в реакции на мир. Потому что реакция на мир выступает уже для тебя самого как провокация трансформации тоники как уровня сознания одного качества к тонике через субдоминанту и доминанту как уровень сознания другого качества. Ну, сказал. Ну, наговорил. Я бы мог не ставить эту программу, но я ее поставлю. По крайней мере, я сегодня имею возможность использовать YouTube и Facebook как банки, где накапливается то, что я делаю. Я начал начитывать новую аудиокнигу. Она называется «Квадрат» или «И мне не выплакать судьбы». Я начал работу над этой книгой. Ну и какое-то время она будет продолжаться. Я наблюдаю процессы, которые происходят здесь, в Америке. Взаимоотношения белых и афроамериканцев. Взаимоотношения президента и Конгресса. Я наблюдаю какие-то попытки двойных стандартов. Я вижу симптомы точно такой же жажды преобразования, существования жажды преобразования от этой страны. Точно такие, так же, как я, не осознавая, проживал в свое время в Советском Союзе, во времена перестройки и потом. Эти все процессы, они для меня складываются в одно пространство. Потому что как внизу, так и вверху. Точно так же, как я провоцируюсь на выход из-за стабильности одной тоники через
провокацию и развитие в другую тонику, точно так же государство, точно так же все, но самое главное, точно так же развивается человечество. И сегодня в качестве инструментария развития используются такие системы, как эгрегор. Они еще работают. Они точно так же участвуют в преобразовании одного качества в другое, увлекая за собой человека, то есть провокацию ему принося. Но ведь действительно преобразование Советского Союза, то, что было, то, что сейчас, открыло же колоссальные возможности. Ну, колоссальные возможности для творческого развития. Кто-то больше, кто-то меньше, но никто сегодня не сможет сказать, что это там откат назад. Нет. Нет, сегодня есть возможность привнести в мир вот это новое качество, которое мы обрели во времена Советского Союза. Я думаю, точно так же последуют преобразования какие-то вот в этой стране, в Америке, во плоти так называемого капитализма. И самым лучшим своим качеством она должна сложиться в другое пространство, потому что и Советский Союз в прошлом, и Россия сегодня, и Америка в прошлом, и Америка сейчас, и Америка когда-то – это все инструментарий для развития человека от одного качества гармонии к другой, потому что прошлого не существует, настоящее не существует, а есть только будущее, где человек утверждается фантастической основой трансформации энергии на этой феноменальной планете Земля. Феноменально, потому что мы здесь живем, мы здесь реализуемся. Наверное, это и есть счастье. Можно заканчивать. Лучше я сейчас не скажу, потому что я еще не до конца определился, не до конца осознал, не до конца освоил. И в следующих днях моей творческой реализации будет продолжение. В стихах, в словах, в жизни, сотворении. Чего и вам желаю. Мы счастливые люди, потому что мы человеки. И потому что на нас очень большая надежда у существования, у самого существования. Успехов! Что тут получилось? Думаю, что получилось. Что там получилось? Думаю, получилось. Всего хорошего. С вами был Владимир Симонов. Это программа проекта «Неизведанная планета. Человек».Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть, и о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет, раскрываются тихо листы, и я слышу, как сердце поет, и в больную усталую грудь веет власть.
ночной. Я дрожу. Я тебя не встревожу ничуть, я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть, я тебе ничего. Ничего не скажу.